Всем привет! Сегодня мы будем играть в прикольную игру, которая называется «Успей выбраться». А в чем ее суть, давайте я объясню на примере. Мы играем на штольне. Тара делает для меня дырку, в которую я запрыгиваю. Далее начинается отсчет. Отсчет, кстати, ведет Динамайк. У меня есть ровно 20 секунд, чтобы выбраться из этой дырки, или он в меня просто ультанет и убьет. Гаджет мне юзать нельзя. Ну а выбираться из дырки я буду при помощи 4 помощников, которые будут стоять снизу. Если что, я не знаю, какие они будут, то есть каких персонажей они возьмут, но я могу ими полностью командовать. Например, я могу сказать там, если там будет Булл, я могу сказать Буллу набить ульту, и чтобы он просто разрушил стенку. И всего у меня будет 6 разных уровней. То есть это будет что-то типа такой головоломки, в которой за 20 секунд я должен догадаться, какого помощника использовать, чтобы он каким-то образом помог мне выбраться. Я думаю, что это будет прикольно. Ну а если я что-то не замечу, там у меня с внимательностью не очень все хорошо, то обязательно пишите в комментариях. И еще последнее условие. Чтобы было интереснее, я решил сделать себе всего лишь 3 жизни. Нет, я не переиграл Майнкрафт, просто так будет прикольней, когда мне разрешено сделать всего лишь 3 фейла. Если я истрачу все свои жизни, то игра, соответственно, заканчивается. Начинаем. Итак, первый уровень, хотя они все примерно одинаковые по уровню сложности. И Динамайк, готовься начинать старт. Ну, он отсчитывает 20 секунд. И... начинаем. Так, Эль Прима, закидывай Бо, быстрее ко мне. Эль Прима, закидывай Бо. Закидывай его, давай. Да ко мне закидывай, а не туда. Быстрее, Эль Прима, давай. Закидывай его ко мне, давай. Да куда ты его кидаешь? Походу у нас времени уже не осталось. Ну блин, это все из-за помощников. Я тут вообще не виноват, ни при чем. Просто помощники взяли, накосячили. Супчик, давай, готовься. 20 секунд. Начинаем. Так, кидай его. Быстрее, гаджет. Так. Ой. Блин, а гаджет-то не работает. Не работает гаджет. Так, давай я на тебе быстро набью ульту. Времени мало, отходи. Ой, еще и лагает. Все, я выбрался, да, я успел. Я забыл, что это же не парная ШД, и вражеский гаджет Бо не будет набивать мне ульту. Но, тем не менее, я выбрался из дырки за 20 секунд, и все, уровень пройден. Следующий уровень. Начинаем. Так, быстрее, тик, набивай ульту, быстрее, тик. И кидай мне ульту, так, если я выживу. Давай прямо сюда, ко мне кидай. Все, я выжил, да, идеально, я выбрался. Все. Изи. Динамайк даже не успел ульту кинуть. Второй уровень пройден. Он оказался очень простым. Следующий уровень. Начинаем. Спраут. Да, Спраут. Набивай ульту и кидай ее прямо ко мне в дырку. Вот прямо посередине ты должен кинуть ее. Прямо ко мне в дырку. Да, изи. Почему так просто, я не знаю. Это было слишком просто. Идем дальше. Давай, 1, 2, 3. Гоу. Брок, давай быстрее ко мне гаджетом своим запрыгивай. Ты же меня должен вытолкнуть. Давай, гаджетом просто прыгай. Красавчик, быстрее. Так, и опять красавчик гаджетом. Опять гаджетом, давай. Ты же меня вытолкнешь. Нет, это так не работает, черт. Что делать? Блин, вот это да, вот это мой фейл. В общем, минус жизнь. Блин, я не знал этого, я думал, что Брок отталкивает своим гаджетом. Начинаем. Так, Гарга, быстрее, набивай ульту на своих, Гарга. В общем, я понял, просто Пенни поставит пушку в меня. Ой, а я, наверное, не выживу. Черт, я, наверное, не выживу. Взрывай. Я выжил. Изи. Ну ладно, не изи, у меня 180 хп осталось, но все равно. Все равно я прошел этот уровень. Идем дальше. Я уже немного запутался, какая у нас сейчас игра. У нас было много фейлов, но это не важно. Начинаем. Скорпион, набивай ульту. Скорпион, короче, набивай ульту и залетай ко мне. Аккуратно набивай. Да можешь кого-то убить.
Быстрее, быстрее! Ко мне, ко мне. Так, юзай гаджет, юзай гаджет. Да нет, ты не должен был меня убивать! Если что, в прошлый раз был не мой фейл, поэтому жизнь не снимается. Это все, Кроу, зачем ты меня убил? Начинаем. Так, быстрее, давай, Скорпион, набивай льту снова. Скорпион. Ой, блин, у меня лагает. Ладно, и прыгай ко мне, прыгай ко мне. Так, далее, врубай гаджет. Врубай гаджет. Так, ой, я не знаю, почему у меня лагает. Так, я, в общем, сейчас на нем... Ой. Нет, не получилось. Я вообще даже не успел. А там просто я не успею, наверное, по времени. У меня осталась всего лишь одна жизнь. Если я сейчас проиграю, то все, это конец. Так, и я уже тут кое-что придумал, пока тут мы начинали. Так, Вольт, быстрее ко мне прыгай, ко мне, гаджетом. У нас же есть Вольт, у которого больше хп, чем у Кроу. Я могу просто на нем набить ульту. Так. И причем, который сразу же залетел ко мне гаджетом. Так, быстрее. Нет, Динамайк уже приготовил ульту. Все, я выбрался. Отлично. Все, я прошел этот уровень. Что? Откуда такая идеальная дыхка у Тимохи получилась? Ладно, давайте начинаем. Так, Гейл, отходи назад и ставь гаджет. Вот, да, сюда, давай, давай, ставь. Блин, так, наверх, Гейл, наверх, наверх, в кусты, наверх, быстрее. Да не, не сюда. Динамайк. А, стоп, а я выбрался, все, я выбрался, изи. Ну, короче, я выбрался, все, получается. Ладно, если быть честным, то у меня уже закончились жизни, и я проиграл. Но давайте все-таки я попробую пройти этот уровень сейчас. Вот почему у меня такие помощники, им просто нужно все объяснять дословно. Они даже сами не могут поставить трамплин, чтобы залететь в дыхку ко мне. Так, Гарга, давай, отходи вниз. Гага, вниз, вниз, еще ниже. Да, вот там, нормально. Давай, ставь. Все, и еще один трамплин, давай, здесь. Ставь, когда отрезается. Все, отлично. Мы улетели. Ну, в общем, вот такой уровень был. И, к сожалению, я должен был там помощнику прям идеально все сказать, куда ему стать. К сожалению, у меня закончились жизни, и поэтому я проиграл. А так, я думаю, что мы бы продолжили игру, и еще там, наверное, пара способов выбраться из этой дырки какие-нибудь были. Кстати, наверное, в конце этого видео я вставлю все наши фейлы. Их было достаточно много там. В общем, было прикольно. Там не только там один фейл был, как я показал в видосе, наверное. Там было их побольше. Ну а сначала я хотел бы затронуть одну очень важную тему. Хочу вас спросить, нравится ли вам интро, которое есть на моем канале? Потому что мне кажется, оно уже немного как-то поднадоело. Вообще оно прикольное, мне его сделал еще мой старый дизайнер Димон Кот, который сделал мне шапку, которая сейчас на моем канале. Но превью там занимается другой человек. В общем, есть такая группа ВКонтакте, где можно заказать там интро. Но оно не очень дорого стоит, в принципе. Поэтому, я думаю, можно для разнообразия сделать мне какое-то новое 3D-интро там. Но я не уверен, что оно всем понравится. Поэтому вот напишите в комментариях, устарело мое интро или же нет. Каково ваше мнение? Ну а на этом все. Не забывайте ставить лайк на это видео, если оно вам понравилось. Напишите какой-нибудь комментарий, это очень помогает продвижению канала. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Аккуратно набиваем ульту. Так, давай, Тимоха, делай. Да куда ты стреляешь? Супчик, засекай 20 секунд. И начинаем. Все. А зачем ты в меня ультанул? Ну что ж, первый уровень, не совсем уровень, потому что они будут примерно одинаковой сложность. А, так они сделала дыхку, ясно. Но это не мой фейл, в общем, заново. Все, начинай. А зачем вы тут куст-то поставили? Он же мешаться будет. Давайте переигрывать, типа куст мешает. А, ясно. Ничего страшного, я был готов к этому, еще раз. Еще раз, в прошлый раз там был не мой фейл.
Скорпион! Зачем ты с ультой-то начинаешь? Тебе нужно было без ульты быть, блин.